Более 20 лет варила бульоны и уже как 6 – железо. Прославленный завод по изготовлению железобетонных изделий был в числе основных поставщиков при строительстве Экспо. На протяжении многих лет здесь трудился исключительно мужской коллектив. Сегодня 100 представителей сильного пола и 2 женщины. Одна из них – наша героиня. Наталья Тулигенова мастерски владеет контактной сваркой. Из арматуры изготавливает каркасы и перемычки для свай. Наталья, скажите, вам нравится ваша работа? Мне работа моя нравится. Да, тяжелая, зато ответственная. Мы изготавливаем качественные фундаменты, чтобы жили наши дети и внуки в хороших домах. Вот многие говорят, да, что это мужская работа, что боятся этого труда. Вот как вы к этому относитесь? Мы, женщины, сильные и доказываем, что мы не хуже мужчин работаем наравне с ними. В прошлом повар Наталья вспоминает, что вначале боялась сварки. Многие не верили, что женщина справится, но она справилась. Ее изделия соединены четко по линиям, прочно. От этого зависит качество свай, а значит и фундамента. Мы не удержались и решили попробовать, каково это – варить железо, будучи женщиной. Контактная сварка – действительно работа очень сложная и даже, можно сказать, мужская. Наталья в день изготавливает 300-400 деталей. Из этих деталей получается 80 свай. Но важно отметить, что это очень важная составляющая, которая позволяет взрастить и построить наш любимый Кашетау и другие города. Ну что, давайте попробуем. О, молодец. Так протягивай туда. Вот. Следующую, да? Да. А вот в коллективе Наталью давно приняли как свою. Обращаются за советом, поблажек не делают, но ценят и уважают. Я с Натальей работаю уже более 5 лет. Хороший сотрудник. Работает наравне со всеми. Это женщина такая, что и в горячую избу войдет и коня на ходу остановит. Она у нас работает железом, прям как истинный мужчина. Не каждый справится на этой работе, даже не каждый мужчина. Такой сотрудник хороший и ценный, мы ее любим, уважаем. Сварочные работы, электроды и металлические конструкции ей по душе. Но после трудового дня Наталья из профессионального арматурщика превращается в маму, кулинара и любительницу сериалов. Сания Кубжасарова, Бауыржан Смагулов, Абай Тулеген, Кокшияхпарат.